Ве! Расскажи нам, куда ты собрался? Я купаю. Куда? Куда? На пикник. Да? На пикник собрался, как раз здание новое. А ты куда собрался, Дим? Я на пикник. Тоже на пикник? Что, вы все, что ли, собрались на пикник? А что там делать-то будете? Что делать там будете, пап? Пообедать. Пообедать? Или позавтракать. Или позавтракать? А ты будешь завтракать, а мы обедать, видимо, да? Хотя нет, я тоже не завтракаю. Значит, я буду завтракать вместе с папой, а ты что, будешь здесь обедать? Получается так? Я буду работать, все вместе завтракать. Так ты же завтракал. Ты же завтракал? Завтракал. Как раз здание отреставрировали. У нас октябрь, 13 или 14 октября 2022 год. 1000 Подожди. Как красиво. Листопад. Листочками пахнет. Желтенькое такое все. Ну тут хороший, наверное, был листопад, да, же это, Дим? Да. Ой, маленький. Маленький. А ему сколько ими лет? 2 годика. 2 годика. А мне уже 5 лет. Ты там такой заклинул детишка одной была. Скрещен. Что делать, ровно. А, ну вот и мы скоро тоже будем лечить. Глазки? Глазик, чтобы тоже ровно смотрел. Значит, да нет, чуть-чуть у нас отходит. А бывает. У нас операцию в 3 года будет делать. А, даже. Ну, косит глаз. Ну, косит, да. У нас чуть-чуть только периодически делают. Дай бог вам здоровья. Хорошо, что не снимает. А, ну, молодец. Идет. Она тоже все хорошее. Папа от ручкой. Видишь, тоже операцию сделать будет. Надо тебе тоже уже начинать заклеивать глазик и ходить вот так же. Врач сказал же. А то, чтобы до операции это не дошло. А мне что там будет? И вуаля, где мы находимся с вами? На море! Нет, какое же море, Дим? Волга, река? Волга, мы на Волге живем, а не на море. Как тут красиво, а? Да. Как тут офигенно. А море классно. Очень далеко находится. Море очень далеко. Отремонтировали еще много лет назад. А Волга вообще далеко. Далеко, переходи, шагивай. Очень далеко. Да. Какая красота. Ну нет, тут не так ветрено. Надо было все-таки теплее одеться. Потеплее на всякий случай. Где эту книгу стоим? Ну, сейчас до конца дойдем, там есть камни. Продолжение набережной. Ну, она заканчивается, там есть камни. И там будем. Пикник, да. Мне нравится больше всего вот это место. Здесь такие чистые лужи всегда. Классно. Дим, не ходи по луже, не надо. Ноги сейчас промокнут, придется домой идти. Конечно. Придется домой идти. Все, никого нету. Наступила осень. Музыка он играет. Картинка красивая какая. Ну, пока я иду, кстати, уже запарилась. Ну, вот, конечно, мы будем так вот сидеть. Будет, конечно, прохладненько, наверное. Прохладненько. Ну да. Это Димин первый пикник на Волге. Да. Да? До этого мы с Димой вдвоем приходили сюда. Ну, да. Так чисто бананчик покушали, да? А сейчас будет у нас костер. Что? Еще мы купили маршмеллоу. Да. Купили в фикс-прайсе. Да. Будем пробовать. Там 200 грамм, 100 рублей всего. Да, такую же да, я видела да, в Альберисе. Да. Она стоила дороже да, за 200 да, грамм. Да. Надеюсь, нам хватит. Да. Сегодня сейчас попробуем разжечь со спичку. Попробуем. Чего? Спичку будешь пробовать? Нет, не пробовать, а вот она и я. Вся разлохмаченная. Спичку. Все руки заняты у меня. Что-то подзапарился даже немножко.
Идем так быстро. Дима, не ходи там. Дима! Сейчас шлепнешься ведь, а? У меня недавно так спотыкнулся, прям ногами, коленками в лужу шлепнулся. На ровном месте. Как они так умудряются, непонятно. А картинка какая красивая. Боже мой. Как хорошо, когда есть зрение, когда все видно. Когда видно все хорошо, в мелких детальках. Четко, когда видно. Вуаля, мы пришли. Начался сильный дождь. Нас прям намочило изрядно. Диме шапка чуть-чуть намокла. Я вот мокрая такая. Вот. Сделали большой-большой крюк. Зря, конечно, надо было сразу сюда идти, а не в обход. Ну, на таком вот месте. Здесь красная крыша. Сделана. Вот, короче, такое место. Дима, конечно, не слушается. Ему надо туда на гору залезть, испачкаться обязательно. Обязательно что-нибудь да надо. Что такое? А, ну вон там они. Женя с собой набрал заранее палочек, приносил постепенно домой. Вот, будем делать сосиски. Ну, и хотим, конечно, еще сделать маршмеллоу. Если, конечно, получится. Но что-то я чувствую, это будет не факт. Большой не факт. Если, видимо, тренируются они. Боксом занимаются. Вот. Но она давно уже висела. Деревьев тут прям такие вырезанные. Прям въевшиеся такие места. А, кольца, видимо, там въевшиеся. Это опять дождь начинается. Жень, опять дождь, по-моему, начинается. Дождь начинается, по-моему. Ну попробуй. Однажды у нас уже был такой опыт. Мы приехали за Волгу. Вот там вот. Волга, это за Волгу. Было лето, хорошая погода. Мы уже приехали туда, идем, и гром гремит. Туча. Там гром. Дима, не лезь ради бога, а? Отойди подальше. Смотри за ним тогда уж. Раз он с тобой. Вот. И был, и мы пошли уже, пришли на место, собрались уже это, шашлыки делать. И тут... Вот тут место такое. И тут, короче, неожиданно начался дождь. Начался дождь, а мы уже разделись, то есть такое уже было лето. Все, солнышко, мы уже купаться там собирались. Все, разделись такие, собрались делать, тут дождь начался. И прям прошел сильный такой ливень, прям ливень конкретный прошел. А там получилось так, до нас пришли люди, что-то пожгли огонь, ну и начался дождь, и, короче, мы бежали. Вот, ну и получилось, что у нас спички там что-то полумокрые, в таком полумокром состоянии, мы хотели скорее сейчас разжечь, сделать шашлык, потом начнется дождь, и мы будем кушать под дождем, там уже все, вот, ну там под деревцем, да. Вот, и бумага там что-то у нас полумокрая уже была, там, не знаю, не спрятали мы ее, не успели, или вроде спрятали, она все равно намокла, мы начали делать, дождь прошел, мы начали делать костер, а не получается никак, спички полумокрые, все полумокрое, и мы были с мужем вдвоем, Димы тогда еще не было, и у нас еще был с нами друг Илья. Он говорит, пойду я посмотрю, говорит, там же они вроде делали костер, пойду, говорит, посмотрю, что там, и там был... дерево, кусок дерева, и в нем был маленький уголечек такой, как-то он так вот, оно лежало сбоком, и дождь туда не достал. И мы вот этот вот уголечек зажгли, сделали костер, пожарили. У нас были тогда на тот момент шашлыки из курицы очень вкусные получились. Что-то там еще не помню, сосиски, может быть, салатик еще, и мы прям отдохнули классно. Была вот такая вот интересная история. Прям классно было. Тогда втроем везде с Илюхой, я, Женя, Илья, все вместе втроем везде путешествовали, на шашлыки часто очень ездили. Вот, где-то даже фотографии есть, остались. Вот. Ну, потом Илья постепенно от нас отделился, когда у нас ребенок появился. Хоть и гуляли, и ходили, ну, как-то так. Видимо, у него семьи нету, детей, а мы как семейные, видимо, неинтересно с нами уже было. Не знаю почему. Теперь вот Димочка вырастет, все втроем уже с семьей. Будем ездить. А там что, мешает, что ли?
Вот. Ну, будем хотя бы вот тут есть место тепленькое ходить. Хотя мне надо было, конечно, теплее, наверное, одеться. Я уже промокла, у меня уже куртка мокрая, я чувствую это. Ну, хотя дождя ничем на ней спрячусь. Хоть, кстати, вот зонтик еще взяла. Мама вчера зонтик принесла, Дима очень хотел. Мой с детства, мой с рождения зонтик. Советский. А, я думала, это яблоки. Или яблоки, вишенка, или еще что-то. Зелененький такой, советский, хороший. До сих пор работает. Ему уже, наверное, лет 20, 30, 40, если и больше даже. Но, правда, с детства смутно помню. Я помню другой. Тут там, блин, прошел кто-то. Ну, такое здесь местечко есть. Будем ждать шашлыки. Хотя мне уже прохладно становится. Чувствую, я хорошо замерзну, наверное. Промерзну. А когда дома буду монтировать, буду сидеть с чашечкой кофе, горячей, укрывшись. Мам, в тепле. Ты где? Здесь? Мам, уже сосисками там, пахнет. Мы там мы там уже зажгли спички, пока там не идешь. Ну, я вижу там, я уже чувствую. Пойдем. Вон папа, вон, видишь? Ага. Вижу. А я уже сосиски же чувствовала запах уже. Просто все тут не надо вазить. Просто все вот так, все тут попасай же, скорее. Дима! Ну не надо, не лезь. Дима, ну не хулигань, пожалуйста. Дима, иди отсюда. Пожалуйста, не надо. Видишь, Дим, как сложно мне, а ты мешаешь. А ты еще рвешь бумажки, разбрасываешь в разные стороны. Не загорается. Что ему? Не загорается? Вроде угольки там. Это есть. Попробуй много спичек. Ну ты возьми газетку в руки. Зажги ее и туда воткни. А я думала, что тут все горит давно. Там вот. А там вон здание то видно. Что? Ага. Так, что-то зажглось. Ба, да ты нифига себе целую прям туда положил вниз. Не жалко было. Разом целую-то. Ну, солнышко даже выходит. Дай бог. Дай бог. Наконец-то разожгли мы. Да, Дима? Это не надо заснимать, становится. У тебя камера сгорит. Не горит. Горит. Тут горит. Еще газетка осталась. Дима все не имется. Куда-нибудь да надо прыгнуть. Неважно куда, да, Дим? Костер или лужа, грязь. Надо. Диме вроде 5 лет, да, Дим? Да. Все маленький. Нет, не маленький. Да я попробую зажечь. Смотрел так. Солнышко чуть-чуть выходит. Да, с костром чуть-чуть потеплее. Ну, надо теплее, конечно, одеваться. Что-то две кофточки, конечно, это ни о чем. Тем более знали, что должен быть. Че вот этот папа, че я тебя не положил? Дима! Так, я уже маршмеллоу нарезала, уже третью делаем. Это бесподобно вкусно. Делается она, кажется, на огне. Там, ну, папа, ты клади, как тебе. Тут сейчас я сделаю. Это бесподобно просто вкусно. Она еще загорается. Загорается чуть-чуть еще так. Диана. Папа. Сосиски, они только быстро, да, делаются, Жень? Да, они недолго. Ой. Я всегда такие вкусные. Ой, там половина маршмелла осталась на палках. Лази, папа. Как хорошо цепанулись. Как-то надо. О, она потом загорается. Давай, давай, я. Одна загорелась. Сосиски.
вторая. Опа. Чуть-чуть. Вот, они сверху поджариваются, а потом внутри мягко. Здесь бачка можно жарить. Че? Бачка можно жарить. Что, бачка? Я давай уже две сделала. Хочешь попробовать, папа? Хочешь, папа, попробовать? Нет, давай. Я. Пусть папа попробует. Да я ну тебе, как? Я. Вкусная, пап? Вкусная. Обалденная, да? Прям вообще. Ну, вот такая вот вкусняшка получается. Поджаристая. А если еще я попробую, не заплевается. Ну, я понимаю. О-о. Че? Папа. Как давайте себе? Стаканчики. Хорошо. Наливать квасом буду. Ой, ладно, иди ж давай. Ну подай мне там стакан, я себе налью. О, боже мой, а. И вам поднесу. Ой, боже мой. Ну, это сейчас я их выпрямлю. Они не прольются у тебя? Давай один нам налей просто. Зачем один? Всем по стаканчику. Это Диме. Пей, ну, держать не будет сейчас, наверное. Держи крепче. Ладно. Там с пенкой, правда. Это маме. Ой, там пенка, по-моему. Папа! Это маме. С любовью, да? Легенький какой. А пенка такая, по ощущениям, кажется, что это будет какой-то сок. Ну, смотрите, только не сбейте стаканчик свой. Опа. А я еще вилочку возьму, я буду кушать салат. Опа. Так, я салат. У меня... О, я не буду, наверное, дамский. Салат. Я дома его поем. Ну, дома ты будешь. Так, у меня дамский. У Димы какой-то там вот он брал, я не знаю, как называется. Мам подсуба. Угу. А твой дождь пошел. А что вы? Садись, что-то стоять. Госпожа потусит. Как раз дождь нам дал время. Угу. Потом говорит, ну ладно, вы идите, я за вас костер спущу. Букманка на природе. Пикник. Сосиски съедены, салат теперь. И весь измазюканный Дима. 5 лет. Ешь, Дим? Ой, руки грязные какие у тебя, кошмар. Под дождем помою. Обязательно. Что я не знаю? Ешь, аккуратно ешь, не обляпайся. Комар вон уже прилетел, унюхал сладкого Димы. А папа хлебом питается. Я вот все съел. Шампура. Ты хоть моешь дома эту шампура? А кладешь потом в грязь. Не знаю, я еще хлеб пою. Вот так вот, наверное, отшельники живут. Нет. Солодрыги. С костром. Я все-таки люблю дома. Сейчас ты шлепнешься там, господи, надо все пинуть обязательно. Куда ты пошел-то? Сейчас намокнешь весь. Сушиться. А, потушился. Идем куда, там дождь. Вот, с той стороны прям такая хорошая, непромокаемая. Сухая, кстати. Дим, ну давай. Ты все поел, убираю я. Не хочу, да. Так, доедай, садай. Вот, ты что? Я кухнул, салаты. Иди кушать. Аккуратно пройди тут. Пап, налей со мной фласу. Ну, Дима, ну, да, Женя, ну зачем ты такая? Прекрасно. Отпей аккуратно.
все, короче, будем сейчас... Не все, а только Дима будет. Один измазюканный, испачканный, он уже падал, залез на гору, с этой горы скатился. Упорем почти. Коленки грязные. Дима еще сегодня будет штаны свои, кстати, стирать. Я тебе их только вчера постирала, чистые дала. А ты их испачкала. Ну, будешь грязно ходить? Ну, ходи грязно. Ходи как бомж, правда, правильно, да? Пускай люди на улице будут думать, что он скажет, как мальчик. Грязный ходит весь. Не пей много, писать захочешь. Ой, заполнить. Смотрите, какая красота. Давай. Женька там. Подожди, давай, подожди секунду. Давай. Красиво как, а. Еще Женя, нет, вот встал по самой середине, Женя, а? Солнышко. Ну как, кусачка. Подожди, не тяни меня, не тяни. Все. Сделаешь фон потом. Как красиво. Красиво. Дима весь грязный, просто грязный. Везде лезет, подскальзывается, падает. Ну это ребенок, да, наверное. Так должно быть всегда. Наверное. Мы все-таки надеялись, то, что он уже повзрослел, будет стоять спокойненько. Ну, 5 лет, наверное, рано. А? Ой, не знаю. Ну, красиво, конечно. Ну, ты не беги. Засекина. Ты бежишь больно, шибко. Что-то так красиво, что-то так прогуляться. Ну, Дима, наверное, уже ноги мокрые, небось, да? Шапка у него мокрая. Ой, какая красота. И все так излучается. Излучается. О, солнышко пригрело. Так тепло-тепло стало. Так хорошо стало. Мы решили идти дальше. Хотели на такси. Да, хотели оттуда на такси, но такое солнышко. Решили дальше идти. Ну да, там дальше вон тучи вроде бы. Там подниматься не надо было. Какая красота. Пап, папа, сфоткай меня, а, пап. Это Лидия. Я не знаю, как. Ну, как дорогой, вот здесь красиво. В принципе, вот я иногда бываю до набережной. За 100 рублей доезжаю. За 100? До набережной? Ну, зависит от машины. Нифига себе. Дима носится. Я думала, эту музыку нигде не слушают, если честно. Такая музыка своеобразная. И как будто этот вот мужчина, он, по-моему, только вот эту музыку написал. Ну, я не находила, по крайней мере, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас через... Ну, давай потом я тебе как-нибудь. Потом. Ну давайте гоу-гоу, ну я не знаю, тут, по-моему, лидер дешевле, что тебе гоу-гоу. Там ладно, давай я бежит. Вечером загуглю, вот, а потом я, если завтра позвоню... Где вы бежите еще? Кто-то бежит. Девушка дешевый такой. Я не говорю, какую машину подадут.